Грандиозный опен-эйр, который устраивает Gakkou FM в живописных красотах парка Коктюбе, продолжается. Все без исключения выступления проходят в режиме живого звука, и поэтому не обходится без определенных сложностей. У меня были сложности, мой язык, не знаю, не подчинялся. Я сказала и, короче, понеслось. И хорошо, что Салта меня спасла. Именно так слаженно в команде работали девушки, которые открывали серию выступлений. Сегодня нас очень здорово народ принял. Спасибо вам огромное за такой замечательный праздник. Надеемся, что таких вот выступлений будет еще больше. Группа Moonlight, которая, кстати, лишилась одного из солистов, впервые выступала вчетвером на сцене Gakkou FM On Air. В какой-то момент отключились микрофоны, у них села зарядка, и поэтому мы немного растерялись. Впрочем, даже такая заминка не помешала ребятам выступать. Мы как вышли на сцену, сразу же зарядились энергией. Очень круто все прошло. Показал, как именно надо танцевать, любимец публики Кинтал. Он, кстати, как всегда, очень справедливо оценил окружающую обстановку. Я в восторге, блестяще просто выступил я. Я красавчик. Почему? Потому что, просто невероятные вещи вытворял. Это, впрочем, конечно же, просто шутка юмора такая. Мне очень нравится эта сцена, мне очень нравится наш Коктюбе, потому что это одна из достопримечательностей нашего города, солнечного, красивого, любимого. Вот, поэтому спасибо вам, Gakkou, большое за то, что вы именно в этом красивом месте проводите такие концерты. Вот. И спасибо за то, что пригласили меня. Не за что, Кинтал. Мы вам всегда рады. Как, впрочем, и Мульдыр Аюльбековой, которая тоже осталась верна себе и своему правилу петь вживую. У меня очень классное настроение. Я уже очень много раз это говорила и повторюсь снова. Огромное спасибо Gakkou за то, что вы организовываете такие концерты. Потому что народ на этих выступлениях оказывает такую невероятную поддержку, дарит отличный настрой. Дарить отличное настроение нашим артистам у вас еще будет шанс. Серия концертов Gakkou FM On Air не заканчивается. Следите за новостями. В скором времени мы сообщим дату проведения следующего Open Air.